22 августа тысячи пропалестинских демонстрантов собрались в последний день Национального съезда Демократической партии в Чикаго, чтобы выразить протест против поддержки США и Израиля в его войне в секторе Газа. Этот вопрос является одним из самых спорных среди демократов, и на съезде ему уделили мало внимания, что может навредить им на выборах. Вице-президент Камала Харрис попытается переосмыслить себя для Америки и создать резкий контраст с республиканцем Дональдом Трампом, когда она примет кандидатуру демократии партии на пост президента в 2024 году. 22 августа вице-президент США Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата в президента Демократической партии на выборах в 2024 году, выступая на ее национальном съезде.